Всем привет! Это я, Витя, и мы будем сегодня играть в конце... Вот только говори громче. Хорошо. Потому что у меня микрофон слаб. Давай играй дальше. Да, а ты продолжай играть. Что у нас за карты? Как будто ты на кровати. Только ты не на кровати, а на лестнице. Так, царь горы. Царь горы. И на этот раз ты можешь хоть 20 минут заснять видео. Не как с бандиками. Ну да. Если что, сейчас сот вылезет в подсказках. Вот сейчас вот вылезла. Хотите вы, чтобы был вторичный комментатор? Или нет? Ну, ему просто дали поражение большое. Кстати, с каких пор у меня это снайпа вообще? Пипец. Так. Обходишь, значит, да? Так, надо оборонять точку. Брать оборону точку. Так, ты горишь. Юнда фаер. Сейчас оттуда. О. Так, блин, меня убили. Это карма называется. Почему нет? Почему да? А что нет, да? Кстати, я хорошее место для записи видео придумал. Тут так холодно. Прям как у меня дома, только лучше. Сзади. Если что, есть такие красники, которые показывают, как куда-то. Да, я знаю. Так, а если у тебя много хп, то Я должна быть нормальная реакция. Ты захватил один. Меня предали, друзья. Нет, они просто не успели дойти до тебя. Привет. Вот, видишь, как они тебе помогают? Привет. Ты сейчас горишь. А нет. Горел. Тебя с резака резали. Только это не нож, а оружие. Кстати, странно то, что у тебя три обоим всего лишь. Че это? А ну да, так, пожалуй, если что, если ты видишь такую, типа, перезарядку, как только что у тебя там было видно, только там не подсвечивается синий никнейм, то тогда это означает то, что там у тебя за стеной враг. Так что кинь ему фраг. Нет. Опа, захватил точку. Ух ты, челу! Как? Ты пока что никого не убил, но сделал очень много ассистов. Это как? Ассисты, когда ты сделал пол дела за него, или хоть один раз попал по нему, и тебе засчитывают типа ассист. А сейчас ты кого-то убил. Меня убили. Мы выиграли просто. Бешеным счетом 1050-89. А можно только пойти не войнушку? Теперь не войнушку? А во что? Ну как, стреляться? Стреляться? Ну, стреляться просто буду. Ну, не сам за себя, а с командой. С командой так вы сейчас так и делали? Мы захватывали точку. Но тут должно быть как бы удача. Классический бой. Может быть, либо захват точки, либо просто дезматч.
Ты просто должен командный бой, все. Знаешь что? А ну? Почему мы здесь снимаем на лестнице, если кто-то может прийти сюда и бром? И здесь камера есть. Где? Ну, сзади у нас. Ну, хотя бы. Потому что, ну, если спалят родственники, то тогда будет хуже, чем нас камеры спалят, и придет охранник. И нам капсюлей даст. Или люлей. Или пи-дулей. Давай, хедшотни его. Как прыгнуть? Здесь нельзя прыгать. Может, куда-нибудь пропал. Ну, выйди, ну. Ой, здорово, братишка. Выйди, просто отсюда как бы спрыгни. Тебе урон не нанесется. Я просто не хотел, как бы. Почему? А если что, ты можешь отомстить ему таким же оружием. А что? Кстати, а как тебе мой скин? А как тебе мой скин на головорез? Ну. Знаешь, как он называется? Нет. Калейдоскоп! Я думал, там мой. Не мой стоит. Я. Опа. Вылез какой-то. И порезал тебе резаком. Как тебе легче? Вот с такой снайперки, которую надо подождать, чтобы она выстрелила? Или автоматической снайперки? Автоматической. Тогда заменю на автоматическую. Вообще. Откуда у меня эта снайпа? И где автоматическая? Здесь нельзя заменить. Надо в арсенале. Опа, здорово. Опа, пах. Блин. Здесь либо бы в голову стрелять, либо взять буйвол или какой-нибудь автоматический оружие. Да, наложу, возьму лучше пока вот эту оружку. Бой. Тут бой не идет. Хотя не убили, убей. Гранаты бросай. А как? О, тут есть же иконка гранат. А, да. Только когда это серьезно надо. Ноускопом у тебя не получится. Ну, если ты так ему будешь стрелять, это не нанесет большого урона. Лучше сотовый. Ну, это нанесет 50. Нет, это нанесет 25 урона. А если в голову, то тогда... Тьфу, да, нанесет где-то 100 урона. Ну, слишком далеко. Можно выхилиться или нет? Не надо, да у тебя полное ХП. В смысле, у тебя ХП? Ну вот. 1070 на 10. Ё-моё, я себе жопу отморозил. Просто не забивай. Кстати, они неожиданно вырвались вперед. Да его уже убили, но... Можно поменять. Ну да, нажми подобрать. На снапа? Я на снапа меняю. А что? Ты, конечно, тактический. Ладно. Бесприцельный, может.
проиграли. В смысле? Ну, посмотри, поражение будет написано вверху. Понятно. Ты ж поражение. Минус 30 кубков. Так, стоп, а где взять брать оружие? Вот сейчас я тебе выберу. Автоматическую снайпу, да? Ну да, автоматическую. Кто мне эту снайпу купил? Можно пить такое оружие куплю себе кое-какое? Подожди, подожди. Купить оружие? Подожди, сначала я хочу прицепить туда скин. Я знаю то, что он уже здесь есть. Шо нахер? Шо нахер? Значит, уже есть скин, да? Не. Я что-то с этим буду делать. Какой ты хочешь? Автоматы, дробовики или где? Автомат, братан. Калаш. Так это же... Ну это же... Вот это... Какой автомат можно взять? Нет, я банкрот, у меня нет денег. Вот это вот. Да, только... Ну, не очень, мягко говоря. Убежать. Оно мне... Окей. Если что, вот это вот, это самое худшее оружие в игре. А, тогда возьми мне какое-нибудь нормальное. Вот это, вот это вот нормальное, это нормальное, это нормальное, это нормальное, это не знаю, это фигня, это более... О, можно вот это какое-нибудь? А, ну это Glock 18. Можно? Подожди. Я... Мне кажется, что это... Это вообще никакой, это ПВ. Вот это же вот это взять. Вот это вот? Нет, не могу. Я могу. Я, подожди, подожди, я могу. Так. А, я так понял, я просто... Так. Значит, это Glock 18, это USPS. Я не хочу играть. Это Дигл, это... Я хочу играть. Ну, не играть, а взять пистолет себе. Окей, вот, держи тебе Glock 18. Так, и тебе можно... Улучшенный. Еще более улучшенный. Все, вот мы получили лучший пистолет. И мы можем закончить видео, вот, смотря на этого вот механика. В общем, всем удачи. Нет, давай ты выложишь. Короче, всем удачи. Не забудьте писать комментарии. Всем пока.